Привет, друзья! Вы на канале Макс Джуниор. Сегодня мы продолжаем играть в котов дворовые разборки. Мы продолжаем готовиться ко встрече со следующим боссом. Очень сложный будет босс, нужно постараться. Эй, а во дворе все в порядке, все на своих местах, парни все прокачаны, готовы к бою. К любому бою. Оливер, мой маленький, вот тебе улучшенное нападение. Вы, парни, все молодцы, все хорошо прокачались. Можете идти на карту и идти к соседям. Так, парни. Не расслабляемся, выходим к соседям и атакуем его. Энергии у нас снова целых 10 очков, можем позволить ее потратить. Майкл, вот тебе чуть-чуть побольше шанса, разберись с этим красавчиком. Юджин, а этот котик для тебя. Отлично. Рыбка так и манит, нужно ее забрать. Но сперва, Финн. Возьми вот эту рыбку. Умничка. Рыбки достаточно, парни. Можем завершить вылазку сейчас. Да, нам достаточно. Парни, вы довольно рано вернулись. Что-то случилось у вас? Кажется, парней тянет в атаку на босса прямо сейчас и побыстрее. Но, я думаю, нужно еще подкопить ресурсов. Ну что, разберемся с ним? Майкл, Юджин, Финн. Кто же из вас пойдет в атаку? Майкл, вот тебе клюшка. Да, одним красавчиком меньше. Юджин, хватай эту рыбку. Финн, оставшуюся на тебя, забирай. Лукас, разберешься с котом? Ой, извини, я забыл, у тебя так мало рыбы. Ну что ж... Придется закончить эту вылазку и подкопить еще рыбки. Парни, вы вернулись. Бедная рыбка почти на исходе. Изголодались, парни. Что у вас по навыкам, парни? Майкл. Юджин. Жаль, не хватает звездочек. Вот это обидно. Ну что же, для прокачки навыков не хватает звездочек. Да и рыбки надо бы поднатаскать. Так что, Майкл, воруй. Хе-хе, молодец. Юджин, пачка рыбки для тебя. Финн. Забирай все, будто это твое, это и есть твое. Вот молодцы, парни. Перейдем дальше. О, что мы тут можем взять? Всю рыбку, Адам, забирай. Молодец, очень большой шанс был. Оливер, мой маленький котеночек, маленькую рыбку утащил. Поздравляю, парни. Все молодцы. Сотня рыбок. Это нам пригодится. Не будем расслабляться. Как насчет второго раунда? Точнее, еще одного двора. Эй, посмотри. Кот, который отметился этим значком, вырубил одного из наших котов. Теперь нужно отомстить. Майкл. Или Юджин. Финн. Лукас. Кому достанется честь отомстить за нашего кота? Лукас, воруй. Молодец. А теперь пора время мстить. Оливер, Адам, вы еще маленькие котята, у вас малый шанс. Но Майкл, мой дорогой, забирай его. Отличная месть. Кот был отомщен, и теперь его следующее действие будет успешнее. Вот это прилив сил.
Перейдем на вторую часть двора. Что же тут есть? О, бедняжка в полосаточке. Уже вырублен. Финн, клюшку в зубы и кота в шляпе вырубай. Молодец. Ну и Адам. А ну-ка, может, блеснешь? С помощью перчаточки забирай эту пачку рыбы. Вкусная будет, я гарантирую. Для коробки слишком мало шанса. А может быть, рыбку? Да, с помощью перчатки. О, нет, я думал, хватит шанса. Простите, парни, я вас подвел. Ну ничего. Майкл заслужил 20 рыбок. Вот тебе, пожалуйста. А ты, котяра, поспишь, что ли, пока? Оклемаешься, приходи. Что, уже? Как ты быстро справился, котеночек? Ну, конечно же, уже. А ты что думал? Это тебе не какие-то там слабаки. Скоро будет готов еще один котенок. На карте пока ничего интересного. Эй, вот и он, новый котенок. Ну что, как насчет прокачаться? Лиам, вот тебе немножко защиты. А больше прокачать защиты мало звездочек, нужно поберечь. Эй, награда. Мы создали новых котов в инкубаторе и получили награду, медалью. Нам дали. Ну что, парни, как вы думаете, может, пора? Пора дискотома атаковать. Еще рано. Нужно еще немножко прокачаться, посмотри. Звездочек нам не хватает, но звездочки можно приобрести. За награду, которую нам дали при достижении. Оливер прокачал нападение. Так, кто еще хочет прокачаться? Финн, у тебя и так много, но мы приобретем еще нападение. Встреча с боссом, и тем более таким большим, очень трудное занятие. Так что нужно хорошо подготовиться. Лукас, вот тебе еще нападение. Давайте, парни, скоро вылазка. Мы будем готовы на все 100% и выложимся на 200. Готовы? Это будет суровый беспощадный бой. Атакуем. Ну, парни, это не учение. Начнем с котов помладше. Лиам, вперед пошел. Ну, ты постарался. Оливер, давай. Ну, ничего, ладно. Адам, твой черед. Эх, Лукас, а ты покажи, на что способен. Майкл, мальчик мой, сделай красиво. Ой, ты какой молодец. Финн, нападай. Юджин, для тебя большая работенка. Нет, парни. Проще простого. Да уж, похоже, голыми руками этого мерзавца не взять. Придется повторить сбор черепов после неудачи. Надеюсь, в следующий раз мы будем сильнее. Нас ждет встреча с врагом. Парни, вы, наверное, очень расстроены, хотите атаковать. Но подождите, у вас и мало рыбки для атаки. Ее можно купить, но мы все поинты потратили на прокачку. Так что придется довольствоваться воровством рыбки. Извините, парни, я бы тоже хотел намять кому-нибудь бока. Финн, нам нужно больше рыбки, забирай все. Адам, маленькая рыбка для тебя. Больше ничего не осталось, нужно забрать добычу и уйти. Отлично, запас рыбы был пополнен. Заберем нашу награду. Расслабляться, парни, не надо. Нету времени, потому что запас рыбки на исходе.
Чтобы атаковать босса еще раз, нужно 5 черепов. Чтобы получить 5 черепов, нужно атаковать 5 котов. Чтобы атаковать котов, нужна рыбка, а рыбки мало. Парни, как много своровали, молодцы. Финн забрал рыбку в корзинке. Лукас, эта рыбка твоя. Адам, рыбка для тебя. И поймать не смог, вот лопух. Рыбка собрана, и больше нам здесь делать нечего, так что можем забрать награду и идти отсюда. Мы очень хорошо постарались, собрали много рыбки. Ой, сколько наград, молодцы, парни. Я всеми вами горжусь. У нас осталась последняя энергия, давайте наведаемся к соседям. О, рыбка, Майкл, это все твое. Юджин, а эта сеточка с рыбкой твоей. Финн, разберись с котом. Да, слабачок, давайте перейдем во вторую часть двора. Лукас, будешь воровать? Да, красивый сундук, тебе нравится? Забирай его. Звезды, они нам очень нужны. Адам, пачка рыбки для тебя, забирай. Достаточно. Пора закончить эту вылазку. Это был тяжелый день, парни. Энергия закончилась, вот вам награда. И нужно отдохнуть. Вот и все, друзья, на сегодня. Спасибо, что играли вместе со мной. Босса так и не получилось победить, но ничего, мы снова соберемся всеми силами и в следующей серии обязательно во второй раз на него нападем, ведь нам оставалось всего несколько ударов, всего парочку маленьких тычек, и босс упал бы. Хе-хе. Подписывайтесь на канал, друзья, и всем пока!